Необычный поворот событий. ОЦК вскользь сообщила о развертывании всех родов войск. Источники, близкие к командованию, сообщили, что штурмовики и вертолеты будут поддерживать наземные силы с тем, чтобы сломить хребет, лезущим в демилитаризованную зону вьетконговцам. Ожидается, что это будет одна из крупнейших операций за все время конфликта. Другое неожиданное событие. У них прикрытие с воздуха. Вижу вертушку противника! Они поимели нас! Грёбаный свет! Как главное взяли базу!
сторону движется противник. Тут пушки на подходе. Thank you.
карту сейчас нарежу. Thank you.
ОЦК вскользь сообщила о развертывании всех родов войск. Источники, близкие к командованию, сообщили, что штурмовики и вертолеты будут поддерживать наземные...